Эта земля как будто проклятая. Наша семья перебралась на запад, положившись на обещания, сомнительные, как очевидно теперь. В нашей семье мальчишкам места больше нет. Никто не предупредил моего брата о том, что бывает, если грезить об иной судьбе. Тут-то в нашей истории и возникает Элисон Уэллс. Грабительница и убийца Элисон Уэллс отправила на небеса 5 невинных душ. Если увидите эту женщину, не связывайтесь с ней. Так лучше? Да. Мне предлагают 20 тысяч, если помогу добраться до Мексики. А что делать-то с такими деньжищами? Кинем клич, соберем фермеров и будем ее искать. Мне надо выбираться отсюда. За мной охотятся. Ты отыскал ее, да? Эту леди Уэллс. Все сложно. Самое паршивое в смерти, малыш. Что о тебе забывают? Мне опасно оставаться здесь. Так же, как и всем нам. Лучшая роль Марго Робби. В ослепительно красивой драме. Я не стану очередной жертвой их клеветы. Мне страшно. Мне тоже. Беги! Захватывающая и увлекательная. Страна грез.